Привет всем! Сэмчик, ты хочешь играть мячиком? Да! Да, сейчас мы тебе его откроем. Сэмчик, лови! Раз, два, три! Бум! Лови мячик! А теперь Лиза нам расскажет, что же это у Лизы такое? Лиз, покажи, пожалуйста, это что у тебя? А это щенячий патруль. Щенячий патруль? Это рисовать досточка, да? А это книжечка идет в наборе. Классно, Лизочка, давай его откроем. Обошу. Давай. Бум! Бу-бум! Спасибо, Сэм. Доставай свой мячик еще. Давай сюда его. Так, Лиза, открывай. Ух ты! Классно! Ну и что же ты нарисуешь? Давай сначала ты расскажешь, Лизочка, кто здесь у нас? Расскажи маме, кто это такие собачки? Как их зовут? Вот это кто? А это Скай. Скай, а это? А это Зума. Зума? Классно, а это? А это Крепыш. Как? Крепыш, да? Скажи, Крепыш. Крепыш. А это? А это Гонщик. Гонщик, классно, здорово. А это? Маршал. Маршал. А это? Рокки. Рокки? Его Рокки зовут, да? Классно. А это кто? А это Гонщик. А это кто? А это Маршал. Маршал, ну давай рисовать. Ой, смотри, у Лизы новый сюрприз есть. Вау. Садись, Лиза, Лиза расскажет тебе. Мило. А у Сэма там мыло. Садись, Лиза тебе расскажет все. Вот братик пришел. Где ты был, на спелке? Ага. Так, Лиза, расскажи, кто на картиночке? Она мне всех только что рассказала. Да? Кто вот это? Это Крепыш. Крепыш. Классно. Это Гуч. Гуч? Кто такой Гуч? А это Райдер. Райдер. А это Крепыш. Крепыш. А кто вот это? Я не знаю. Не знаю? Это какая-то девочка такая красивая. Это машина Маршала. Это... Скорая, не, пожарная машина. Пожарная? А это клан. Это видишь, нарисовано, как рисовать. Да. Шаг за шагом можно рисовать. Классно. Все, учиться. Рисовалка. Смотри, мы даже его мопед нарисовали. А ты? Да. Вот. Не поехал, да? А какой это? Это Арсений, это Арсений. Это Райнера. Так, сейчас мы поближе здесь посмотрим. А это что у нас здесь такого? Да, на крыльях летит Скай. Это так, можно повернуть? Нет. Слышит Олафон. Нет! А это такое? А это так Зума, Ласки и Ласки. Мальчика рисовать. Райдер, да, его зовут? Это Райдер. Райдер. Учат, как Райдера нарисовать. Классно.